Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Нарежный, и в данной лекции я расскажу вам о новых требованиях к договорам поручения на обработку персональных данных, появившимся в 2022 году. Эти требования дополняют существовавшие ранее, существенно их расширяют, поэтому, естественно, операторам персональных данных и обработчикам желательно о них знать. Смотрите на видеоконсультанта.